Всем привет, друзья мои. Сейчас идем на завтрак в отеле Paradise 3 звезды. Отель находится в поселке Альинка Туапсинского района. Завтрак в ресторане Paradise. Чайку. Это у нас творог, колбаса, сыр, блинчики, яйца, сосиски, пельмени. И, конечно, герпулесы. И хлебушек. Мы в ресторане. Взяли завтрак. Вот что получается. Сосиски, блинчики, творог, колбаса, сыр, вареники, кофе. Блины. И блины. Все очень даже вкусно. Супер.